Хочешь научиться ловить судака зимой со льда? Сейчас покажу тебе три рабочих модели вивов, которые тебе помогут в этом. Подпишись и поставь лайк. Погнали! Начнем с Evergreen Marvi. Максимально универсальный и надежный вариант. Работает почти всегда и буквально везде. Неплохо чувствует себя как на течении, так и в коряжнике. Отлично ловит разнокалиберного судака. Jump Rise Chata B. Тот случай, когда безумная идея скресить вип с вертикальной блесной не только была классно реализована, но и доказала свою высокую эффективность. При плавном подъеме и резком сбросе удильником вип широко планирует в стороны, переваливаясь сбоку на бок. Dual Solid Vip. Самый тяжелый, самый резкий по игре и нередко самый уловистый. Предпочитает глубины и не стесняется течения. Настолько, что выдуть из луча и холота его практически невозможно. А это делает его прекрасным вариантом при русловой ловле. Конечно же, три приманки – это не панацея от бесклевья. Но с ними ты можешь быть уверен в результате практически на любом водоеме.